Здравствуйте, дорогие друзья! У нас гостят внучки. Кто смотрит наш второй канал «Два континента лайв», мы показывали, что у нас сейчас гостят внучки. И поэтому я сегодня готовлю творожную запеканку. Маленькая внучка любит творожную запеканку. Но они не любят изюм, и мне пришлось взять цукаты. Можно брать изюм. Если вы будете брать изюм, то его нужно взять, залить кипятком, на минут на 30 оставить и слить, и добавлять в запеканку. В общем, у меня творожная запеканка. Я, скорее всего, количество ингредиентов оставлю под видео. Я ровно в половину. У меня самая-самая простая, быстрая, обычная творожная запеканка, для которой я взяла творог, сахар, манку, яйца, сливочное масло, ванильный сахар и щепотка соли у меня будет. Все. И быстренько приступаем к приготовлению. Мне нужно пересыпать творог. У меня нет блендера, я буду размешивать в миксере. Залить яйцами. Сыпать сразу сюда же сахар, так как я вам пообещала, что это быстрое. Щепотка соли. Ванильный сахар у меня пакетик. Сливочное масло. И все это мне нужно перемешать. Девочки, я даже не представляю, сколько я это буду миксером взбивать. Если бы был блендер, у меня тут бы была однородная масса. Нужно было мне через сито это все протереть. В общем, я не стала это взбивать, это пустая трата времени, взбивать миксером творог. Как есть, так и есть. Я засыпаю сюда манку, сейчас все тоже перемешаю и оставлю это минут на 30 с манкой. Так я оставляю на 30 минут. Пусть стоит у меня, манка набухает. 30 минут прошло. Манка у нас набухла. Высыпаем сюда цукаты. Перемешиваем. Форму я смазала сливочным маслом. Наши глаза. Я люблю запеканку. Она уже ждет, не дождется запеканку. Для нее делаем. Здравствуйте всем. Она сказала, что ей в садике дают запеканку, поэтому ей нужно ее. Софья, что ты делаешь? А что, чем тут вкусно пахнет? Ух ты! Да, это пахнет запеканкой. Тестом пахнет. Ванилином. Слышали, девочки, ребенок заметил. Тебе нравится? Так, разравниваем формочку. И я уже поставила разогреваться духовку на 180 градусов. И буду это выпекать минут 30-40. Давай, Family Sandwich. Ну подожди, не выбивай. Давай, обнимаемся. Все вместе. Запеканочка пеклась ровно 30 минут. И вот видите, я сверху достала кусочек масла и мажу. Можно и не мазать, не обязательно это делать. Она у меня получилась румяненькая. Надо дать ей остыть. И можно будет пить чаек. Девочки, я сегодня приготовила вот такой вот морс из облепихи. Очень вкусный. Мы сейчас будем вместе с запеканочкой
его употреблять. Ну что же, мне остается с вами попрощаться, всем пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого-самого наилучшего. Всем пока-пока, увидимся, до встречи.